Магаданцы отдохнут 5 дней подряд, с 1 по 5 мая включительно. После будет короткая рабочая неделя и снова выходные, сразу 3 в честь Дня Победы с 9 по 11 мая. При этом продолжительность двух предшествующих праздникам рабочих дней будет сокращена на 1 час. Меньшее число рабочих дней будет также в июне. Страна отметит День России. И в ноябре, в связи с Днем народного единства. Всего в 2020 году будет 243 рабочих дня, 5 сокращенных рабочих дней, 92 выходных и 26 праздничных. Международный женский день – один из наиболее популярных праздников в стране. Его отмечает 88% россиян.